конечно, как только собрался чуть-чуть видео снять, дождь начинается. Ладно, кратко. Съездил на выходных, решил попробовать небольшое велопутешествие. Сделал на круг примерно 150 километров. Доехал до Оки, вернулся назад. Там переночевал, да, само собой. Снял об этом видео, вот оно. Звук в нем говно. Не знаю, надо будет придумать, что делать со звуком в подобных путешествиях. Надеюсь, вам понравится. Смотрите. Вот неплохой пример вот этих дорог. Дорога, ну, да нормальная. Можно ехать. Едешь лес. Машин, ну, достаточно редко. Раз в минуту тут обгоняют. Ну, видно, ребята прям по соседней полосе обгоняют спокойно. Выдерживают дистанцию. Ехать комфортно. Лес кругом, воздух чистый. Что, 3 километра? Наверное, заверну, сделаю крюк. Источник оказалось, надо свернуть в поле. Сейчас попробую проехать. Вот меня потянуло. Я прям вообще самый набожный человек. Ну просто зачекиниться. Был интересно обследовать свою область ближайшую. Блин, забыл, надо намазать сейчас солнцезащитным кремом. Знаю, это прикол. Не заметишь сейчас колени. Я наконец-то куда-то выехал на велике. Почему наконец-то? Потому что еще не все сумки приехали. И вот вчера был такой эксперимент. Запихни невпихуемое. Сейчас покажу. Видно же? Вот. Если кратенько, здесь у меня спальник и пол палатки. Тут кормушка, тут вода. Всякие там проводочки еще пришлось упихать сюда. Вода, вода. Тут вот видно газ. Просто так. А так он будет лежать в нормальной сумке. Здесь остатки палатки. Какая-то сменная одежда, там пара трусов, носок, там футболки, также кухня, полотенце, чуть-чуть еды. Я взял себе такой на выходные выход. Коврик, кружка. Ну, а я вот красавец. Ну, давайте поеду. Вообще, вот проехал буквально час. Проехал там 17-18 километров, не сразу страву включил. Вот. Вообще прикольно. Я думал, будет хуже, потому что, ну, едешь через деревни. Вот, а оказалось, чистенькие такие пока что деревни вот наши здесь. Завернул к какому-то вот источнику. Типа водички попить. Ну, просто отдохнуть. Намазался солнцезащитным кремом. Двигаю дальше. Забыл, да, сказать, что мне там еще. Конечно же, я, ребят, я был бы не я, если бы вышел из дома без ремкомплекта и аптечки. Ну и, конечно же, здоровый пауэрбэнк на 20 тысяч. Тоже лежит, потому что как минимум GoPro нельзя. И без телефона не будет оставаться. Сейчас еду. Там что-то дребезжит. Цепь что-то как-то, мне кажется, это. Ну, потому что едешь, слушаешься во все это.
что-то поскрипывает, что-то где-то это, останавливаешься, все перепроверяешь, все нормально. Бзик легкий, ну типа, блин, что-то скрипит. Но на самом деле все на ништяк, и должно скрипеть. Едем по нагрузке, сейчас, наверное, нагрузка килограмм 10, плюс я сижу. Плюс все-таки крылья тоже дают. Дают скрип. Все эти мишки утрясаются потихонечку. Короче, нормально. Вот сейчас очень сильно пугает то, что еду в основном с горчиком. То есть обратно завтра придется вкручивать. Правильно? В гору. Она хоть и небольшая, 10 градусов. До 5. Ну, блин, это горка. 30 километров. Путешествие. Опять какой-то страх. Не, ну, вроде рядом. Можно заехать чисто, я перекусить хотел. Может, на месте присесть. Ну что, попаду сейчас под дождь. А у меня так-то и нет ничего, чтобы накрыться. Офигенная дорога, да? Там мычу. Офигенная дорога. Блин, я не ориентируюсь. Здравствуйте. Что-то я переправился на другой берег реки, такой понял, и куда дальше? Потому что, в принципе, было бы, наверное, неплохо остановиться на берегу Оки, переночевать. Но я доехал до Луховцов, а потом вернусь. Да. Капец. Сводит внутреннюю часть бедра. Вроде как пройдешься, то опять сводит. Блин. План на самом деле очень простой. Надо докуда добраться, снять памперс, намазаться мазью. Как оказалось, ехать... Блин, нога болит. Сводит внутреннюю поверхность бедра левого. Коробка. Молокозавод. Dairy Farmers. Доковылял до красной поймы. Сейчас водой затарюсь, попробую переодеться где-нибудь в парке. Сейчас половина пятого вечера. Я проехал примерно 65 километров. Где я? Сейчас уже дело к вечеру. Что-то никак не могу найти место для стоянки. Можно прям в поле ставить. Хер, кто тебя найдет, блин, вот эти кусты. Палатку поставишь. И все. Все родные надо мной смеются, да, но у меня первым делом это техосмотр транспорта. Как бы я вот еще сам весь неумытый, грязный, голодный. Но велосипед надо осмотреть. Сейчас еще цепь почищу, чтобы слегка запылилась. Просто тряпочка, я не буду ее сейчас тут надрачивать. Это на реке Ака такая вот, ну, петля, вот она как раз проходит. Я ее всю так проехал в поисках места, где заночевать, чтобы был выход к воде, чтобы можно было там умыться, не знаю, подмыться.
кружку, ложку помыть. Не нашел. Ну, в смысле, нашел, все было занято. Поэтому вот просто в поле вот, ну, фактически встал. Поэтому получилось, что средняя скорость там низкая какая-то, потому что по этим полям больше там 7-10 километров в час ехать просто невозможно. Вот, поэтому Strava говорит, что средняя скорость 15-17 км в час, если бы ехал по своему. Ну, посмотрим завтра вот обратно поеду. Будет, во-первых, меньше 80 км, потому что я не буду петлять. А во-вторых, буду ехать в основном по асфальту. Потому что... А, но тут минус такой, что, если там обратить внимание, я ехал все время с горочки, как бы. Как-то странно. То есть у нас от Егоровска сюда к Коке... Получается, все время едешь как бы вниз. Я особо педаль даже не крутил. Отдыхал. А вот завтра, наверное, придется вкручивать. Ну, там горка, конечно, не адская, но такая. Она была, в общем, заметна. Посмотрим, что будет завтра. Время 4:40. Я не спал вообще. Вот, может, полчаса поспал и все. Ну, я не стал, как бы, я думаю, раз уж не спал, что, надо тогда снять восход. Снял таймлапс восхода. Прикольно, интересно. Ну и фиг знает. Короче, выбор мест. На том берегу занимались сексом, видимо. Ну, как минимум 3 раза, но, как я понял, с одной и той же девушкой, слышу по крикам. Рассказывали анекдоты, вот сейчас они только там угомонились, ржали, кричали. Потом несколько раз здесь ездила машина. Казалось бы, что? Поля! Приезжали машины, до 2 ночи где-то, или до часу ходили баржи туда-сюда, грузовые, каждые 15 минут. Ну, там комары сменялись кузнечиками, сменялись лягушками, сменялись еще кем-то. Это понятно, да? Это, конечно, само собой. Ну, возможно, что я просто перенервничал. И самое офигенное, я, возможно, даже спал бы хорошо, но я допустил офигительную ошибку. Я взял мало воды. Хотя у меня с собой 3 банки, там примерно 2 литра. Суммарно помещается. Я даже заправился, прежде чем ехать сюда. Но пока искал место и крутился по этим полям, накрутил где-то километров 10 в поисках мест. И вода-то подзакончилась. Потом еще там в глаз что-то попало, глаз промыл. Потом еще гречку надо было сварить тоже чуть-чуть. И хлоп-хлоп-хлоп, я сейчас вообще без воды. Поэтому я еще и поэтому мучаюсь с жаждой. И я сейчас поеду до ближайшей колонки, тут 7 километров доехать. И помните ногу, да, вот у меня сводило ногу? И это тоже из-за этого. Вот 100 пудов, потому что едешь всю дорогу, я такой интимный, такой секрет. Весь день не писал фактически, просто потому что вся жидкость выходила через пот. Соответственно, с солями, со всем. Ну, и там нервная проводимость наверняка и попортилась слегка, и поэтому начали судороги и сведение мышц. Плюс еще с непривычки. Все-таки я там на 80 километров первый раз так поехал. Вот. Навряд ли я сейчас здесь в деревне найду где-то изотоник. Но блин, да я до магазинов тоже, да, беда. Магазины во сколько? 8 открываются. Так бы можно было без алкогольного пива. Вместо изотоника. Замечательно, кстати, идет. Это вообще. И вкусно. Хотя что безалкогольного, да, я же на велосипеде. Вот, как я говорил, когда туда ехал, было ощущение, что еду постоянно с горки. Ну, вон, видите. А теперь все время вверх. Еще и жара.
Что-то я кручу вообще на низких передачах.